Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Amazon Kindle Paperwhite 3. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве изменить язык клавиатуры, либо же добавить новый. Итак, давайте нажмем на кнопку. Давайте сделаем так. Я сначала покажу, какие языки есть у меня. У меня есть русская клавиатура, как вы видите. Также, если я нажму на глобус, то у меня обычная QWERTY клавиатура. То есть обычная английская QWERTY клавиатура. Как же теперь, ребята, изменить это? Делаем так. Вначале нажимаем на кнопку настройки, нажимаем все настройки. И затем нажимаем на языки словари. Затем нажимаем клавиатуры. И устанавливаем какой-то. Например, если какого-то языка нет, его нужно вообще, в общем-то, загрузить. Но если есть язык, тогда просто нажимаем галочку и нажимаем ОК. И теперь у меня три клавиатуры. Видите, три клавиатуры. Давайте проверим, какие. Итак, 451 градус по Фаренгейту. Итак, смотрите, русская клавиатура. Английская клавиатура. Вот такая. Ага, я понял. Это японская, но английская. Вот, и тут нет именно японской раскладки. Хорошо, давайте для наглядности попробуем вообще другую какую-то еще поставить. Английский, испанский, немецкий. Как мы немецкий отличим? Китайский упрощен. Давайте его поставим. Китайский язык. Я уверен, что для китайцев они сделают свою именно прям китайские символы. Ну, в принципе, не особо. То есть, вот как-то так будет работать китайская клавиатура, в принципе, немногим отличающаяся от японской. Честно сказать, как это работает, я не знаю, но, скорее всего, это как-то работает. Что ж, ребят, спасибо большое вам за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Пока!